Более 70 ведущих зарубежных и российских компаний. Столько можно было увидеть в выставочной экспозиции. На выставках «Медицина сегодня и завтра» и «Спортивная индустрия» презентовали новейшие технологии и оборудование из мира медицины и спорта. Ваши аплодисменты, друзья! Мы приглашаем вам с сотрудничеством. Надеемся, что мы очень много лет еще будем с вами встречаться и видеться. Плодотворных вам встреч, работы, интересных людей. Медицинское, массажное оборудование, фармпрепараты, хирургические лазеры. Кроме того, широкий ассортимент медодежды, уникальная антибактериальная одежда из Польши для спортсменов, большой выбор медицинских изделий, средств первой помощи. Все это можно найти в экспозиции. Выставки будут интересны как руководителям больниц, здесь представлены расходные материалы для их оснащения, так и, например, небольшим медкабинетам. На выставках помогут выбрать все необходимое и для их оборудования. Проведение этого форума, уже ставшее традиционным в нашем уникальном городе, будет привлекать все большее и большее внимание ученых, медиков, спортсменов и представителей бизнеса, чьи направления интегрированы в вышеуказанные сферы. Сегодня же в рамках форума «Здоровье России» прошли первые мероприятия из деловой части программы. Запланирован таких целый ряд. Это и научно-практическая конференция для врачей, обучающий семинар для руководителей аптек и фармспециалистов. Кроме того, международный стоматологический фестиваль «Море знаний», ярмарка вакансий предприятий сферы здравоохранения. Также в дни работы форума на стендах компаний будут проходить презентации научных разработок, медоборудования, методов лечения и препаратов. Так, например, сочинские поликлиники и больницы не только представили свои стенды, но и прямо на месте организовали консультации врачей. Форум «Здоровье России Сочи-2015» в выставочном центре Умурпорта на Несебрской 1Б будет работать с 17 по 20 июня включительно. Время работы с 9 утра до 6 вечера. Вход свободный. Ольга Десятова, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.